Как отогнать белого медведя и исключить вероятность его возвращения? Эксперты Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим сдержали обещание и разработали памятку для жителей прибрежных поселков. Накануне инструкцию вручили губернатору округа. Напомним, такая идея появилась в августе во время облета Варнака, Усть-Кары и Амдермы представителями администрации региона и фонда дикой природы. Разработчики надеются, что памятка поможет отогнать белого медведя, избежать жертв и снизить вероятность возвращения животного к людям. Инструкцию вручили губернатору региона Игорю Кошину с тем, чтобы он передал ее жителям прибрежных поселков. Когда мы общались с местным населением, мы обещали разработать памятку. Памятку, где пошагово будет дана инструкция, что делать, если вдруг вы утром проснулись, а у вас за окном белый медведь. Здесь важно не терять время, да, важно оперативно реагировать. И очень важно, чтобы люди на местах были подготовлены. Собственно, для этого мы эту памятку создали. Также планируем дальнейшую работу с местным населением и на местах, но прежде всего с включением.